Привет, друзья, с вами Юрий Тикток Мир, и я вас приветствую. Закончилось лето, отпуска, каникулы, дачи, и снова мы можем посвятить себя нашим любимым часам и всему тому, что вы видите. Все это вы видите в обзорах, за лето, можно сказать, я это все притащил. И немного расскажу о каждой модели и поговорим подробно обо всем в последующих роликах. Это не обзор, это скорее мое... что ли, уважение к вам, поскольку вы долго ждали чего-то интересного, и я вам показываю все, что пришло, и обязательно обо всем поговорим с вами подробней. Новые секи коктейль Time, красивые, прикольные, обязательно надо будет сделать хороший обзор на них, я думаю, часы будут массовые и успешные. Вы долго ждали, долго заказывали эти часы, это Casio Oceanus, новая манта S3400, сразу скажу, очень понравились, особенно понравилась вот эта цифра 12. Смотрите, она как бы изогнутая. Очень красивые часы, тоже обзор, все это дело будет. Не пропустите, обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в центре всего мира японских часов. Citizen, мировое время, пилоты, классный браслет, все в них есть, суперская внешность. Сёгун. Переиздание, но 29-я модель, Титан, обалденные часы, друзья, суперская просто полировка, нет просто слов, на самом деле, просто посмотрите сами. Были бы они потоньше, можно было бы резать колбасу этими гранями. Seiko Sumo, модель не новая совершенно, но обзор никак у нас не выходит, по ней почему-то обещаю справиться, и я вам про нее все, что думаю, расскажу. Новые модельки от Seiko дайверы, кстати, именно они будут первыми героями обзоров, так скажем, в новом сезоне, сезоне 17-18. Переиздание 1950-х годов дайверов, очень хорошие часы. Черная сотка, просто поразили они меня, очень красивые, смотрите, просто обалденные, обалденные черные часы. Шикарные, обязательно поговорим о них подробно. Белый кашалот. Многие не знают, не понимают, как выглядит этот белый циферблат. Смотрите, как он выглядит со всех сторон. Блики небольшие, потому что пленку не снимал. Примерно так он выглядит. Понимаете, что если вы хотите белый, он будет таким. Напомню, из классных функций будильник и компас. В этих часах нигде больше в Океанусе нет ничего подобного. Вот, всю эту кучку мы обязательно с вами обсудим, поговорим. Не переключайтесь, будет интересно. Спасибо, что остаетесь с нами. Буквально сразу же после этого ролика выйдет новый обзор. Это будет Seiko SBDC 05153. Приятного просмотра и, конечно же, носить хорошие часы. Всем пока!